Сейчас мы находимся в концертном зале «Феникс». Сегодня здесь проходит финал конкурса «Мисс Луанде 2022». Мы находимся за кулисами. Конкурс уже начался, царит просто невероятная атмосфера. Давайте посмотрим, как это происходит. Девчонки готовы на все 100, вы сегодня вот увидите. Я сейчас ходила за кулисами, тоже на них посмотрела краешком глаза. Очень хорошо выглядят и готовы к бою. Знаете, чем живут участницы, мы приготовили для них небольшой блиц-опрос. Интересно, как они будут отвечать. Давайте посмотрим. Стать великой или быть счастливой? Быть счастливой. Счастливой. Быть счастливой. Счастливой. Семья или карьера? Карьера. И то можно выбрать. Быстрее. Семья. 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 Деньги или престиж? Престиж. 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 Деньги. Энхалук или Горячинск? Горячинск. 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 Сыр или колбаса? Колбаса. 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 Сыр. Дружба или победа? Победа. Дружба. 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 Корона победительницы и звание «Мисс Улан-Удэ 2022». С сегодняшнего дня и в течение ближайшего года это звание принадлежит Арине Карапиной! Пока свежие эмоции. Ожидала, что станешь мисс? Я не знаю, у меня сейчас очень мало мыслей в голове, все быстро произошло. Ну, да, я ожидала. Ну, во время конкурса мандраж был, да. Все, ну, я тебя поздравляю, ты большая молодец, все круто, круто выступила. Спасибо большое. Никита Самбуциренов, Нима Родная, специально для программы «Вместе».